Добрый день, дорогие друзья! С вами арт-галерист и куратор Алик Ветров. Мы продолжаем анонсировать аукцион 4М, который пройдет 8 июня. Это будет благотворительный аукцион. Все средства, собранные в рамках этого аукциона, пойдут на поддержку творческих объединений города Одессы. Аукцион состоится благодаря Союзу художников, Союзу журналистов. Союз художников предоставил нам работы. Рядом со мной находится художник, один из художников, который будет принимать участие в аукционе и его работы, соответственно. Это Крюков Василий Иванович. Добрый день, Василий Иванович. Здравствуйте. Василий Иванович, расскажите пару слов о том, как вы начали заниматься творчеством на себе, как о художнике. Творчеством. Значит, я закончил художественную школу. Вот. Затем я поступил в институт. Я закончил художественно-графический факультет, пединститут, художественно-графический факультет. Со второго курса я начал выставляться, потому как я знал, что моя цель быть художником, поэтому я начал выставляться, закончил институт. После института я в 86-м я закончил, в 87-м у меня уже была персональная выставка во Франкфурте на Майне. Затем Швеция персональная, ярмарка искусств. Ну, естественно, параллельно я начал участвовать, до того я уже участвовал в областных, республиканских выставках. Ну, на протяжении, вот после института у меня много областных, и республиканских выставок, персональные выставки, где-то 15 выставок у меня персональных, и в Одессе, и за рубежом. Ну, вот эта работа, которая представлена, она выполнена для свойственной вам манере, или это исключение? Ну, как сказать, это... Эксперимент. Это, да, скорее всего, вот такая экспериментальная работа, вот, колючки. Ну, напоминаю нашим зрителям, я расскажу немножко о ней, потому что работа создана в 2012 году, размер работы 84x60, холст масла, натюрморт с колючками. Как долго вы работали над картиной? Ну, дело в том, что... Или это был экспромт? Это экспромт, но тем не менее, ну, не знаю. Недели 2-3, наверное, потому что подкладка здесь, это, так сказать, процесс длительный. Ну, не знаю, 2-3 недели, много-мало. В каком стиле для вас более свойственно работать? Ну, наверное, характерно абстракция, наверное, ближе ко мне, ближе к моему образу. Вы абстракционист. Абстракция, полуфигуративное искусство. Ну, я люблю цвет вообще. Ну, а здесь очень сложная задача в плане того, что она... По цвету сложная работа. Вроде бы как бы колючки, обыденное все, но по цвету она сложная. Работа она была у меня удачная, она у вас удалась. Да, она была на выставке у меня. А где она выставлялась? На выставке в Киеве она была. А что это за выставка была? Это была республиканская выставка в Киеве, ну, со всей Украины художники. Где-то еще в выставках она принимала участие? Нет, она была только там, и потом была в фонде, она... как лучшую работу забрали фонд Союза художников. Итак, я напоминаю о том, что перед аукционом 8 июня будет открыта выставка 30 мая. Продлится она до 7 июня. Все желающие могут созвониться с нашим арт-менеджером, телефоны указаны в описании, и посетить выставку. Галерея работает в закрытом режиме. Одесса, Французский бульвар 33. С вами был арт-куратор Алик Ветров. До новых встреч. Ждем вас всех на аукционах. Подписывайтесь на наши обновления.